Обратный отчет ведет новое табло на перинатальном центре. Около 3 месяцев осталось до дня сдачи объекта. Сейчас над строительством центра трудятся 595 рабочих. В рамках выездного совещания администрации Щелковского района проверяется каждая мелочь. Качество работ в будущем учреждении здравоохранения для мам и их малышей должно быть безупречным. Делаем наливной пол 7 миллиметров. Вот, марка 300 будет на нем, и как бы по нему уже опять шлифуем, делаем грунтовку и стелим линолеум. Глядя на то, что как с каким качеством делают, видно, что здесь профессионалы высокого уровня работают. Внутри 6-этажного здания уже подходит к концу монтаж практически всех видов коммуникации. Параллельно продвигается отделка как главного корпуса, так и отдельно стоящего пищеблока. Пищеблок мы завершим где-то, наверное, числа 30 марта уже полностью. Вот. Ну и этот корпус, как я и говорил в прошлый раз, мы к 1 апреля начнем передавать под монтаж медицинского оборудования. К сожалению, настолько масштабные строительные работы, как правило, причиняют немалое беспокойство жителям. Так, улица Парковая пострадала от большегрузного транспорта. Этот недочет строительная компания обещала исправить. Выровню весь бордюр, положу новый асфальт. Все будет окей. Отравняю газончики, высажу кустарник. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».